Девочки, всем привет-привет! Спасибо, что открыли это видео. Сегодня хочу вам показать свой небольшой заказ одежды с сайта Faberlic. И начну я, наверное, с самой классной покупки, которая мне просто безумно понравилась. Это вот такие кроссовки. Наверное, многие видели, кто следит за новинками Faberlic. В последнем каталоге они у них появились в разных расцветках. Еще там есть таких зелено-синих, если не ошибаюсь, что-то такое подобное. Несколько моделей. Но мне больше всего приглянулись вот эти вот меланж с розовым таким оттенком. И эта расцветка просто отлично подходит под мой розовый костюм, который я вам как-то тоже недавно в видео показывала. Поэтому буду их сочетать вместе. Не на каждый день, конечно, а вот так иногда. Может, на пробежку, когда соберусь, потому что вообще я очень хочу, да, но у меня по жизни не хватает времени на это. Ну ладно. Значит, вверх у них здесь такой текстиль, довольно прочный, я бы вам сказала. И внутри у них сетчатая ткань. Как стелька, так и вот само основание. Очень легкие, нога в них не преет, не скованная, не чувствуется, знаете, вот какой-то тяжести на ногах. Очень легенькие и ноге удобно. То есть нет такого ощущения, что, например, стопа как-то неправильно лежит. Красиво смотрится аккуратно на ножке. Сейчас их нет в наличии до сих пор, так как все подразобрали. Но я думаю, что если это будет постоянная коллекция у них, скорее всего, да, вот именно спортивная линия одежды, то... Поэтому к этим кроссовочкам я вам очень советую присмотреться. Как появится наличие, обязательно заказывайте, не прогадайте. Также еще и спортивная линии одежды я заказала себе вот такую вот легкую футболочку. Такая она, знаете, спортивный у нее вид довольно, да? Но я ее планирую носить, например, также можно и с кроссовками с этими же, да, сочетать и с какими-то спортивными брюками, просто полегче, чтобы не одевать, например, такую толстовку, да, летом. Ультратонкая ткань, которая именно отталкивает влагу. Несмотря на то, что это 100% полиэстер, но она, знаете, не грубая такая, да? Она очень легкая и приятная, мягкая. Мягкая к телу. Видно, что она держит форму. И мне очень понравился именно этот цвет фуксии. Тоже взяла последнюю. У меня в размере ML. Это 46-48. Я изначально расстроилась. Думала, наверное, мне все же она будет большевато. Но на самом деле она отлично так смотрится довольно по телу. Но в то же время свобода не обтягивает то, что я хотела. Плюс к тому же под нее можно надеть, например, белый либо черный такой топ. Да, и вот одно плечо как бы будет видно, как бы так, чтобы какая-то маечка, чтобы, например, совсем не просвечивала, так спортивный стиль будет, да, такой. Поверх одеть вот именно топа такую футболочку. Недавно в видео как-то показывала, что я заказывала такую блузу с длинным рукавом, 100% хлопок. И мне очень понравилось. У меня была там в белоцвете. Вот я ее уже так активно надеваю. Единственное, у нее такой небольшой минус этих блузок, что они довольно быстро мнутся. Вот, поэтому тут надо как-то так приноровиться, аккуратнее быть. Ну вот, но сама форма блузки, и так как она сидит, мне очень нравится, и я не удержалась и заказала еще вот в таком вот голубом оттенке, очень нежный. Сейчас у меня есть такая подобная еще с коротким рукавом, тоже в осени покупала. Катать рукав и носить, например, с кедами и с джинсами тоже отлично будет. Такая хорошая длина, она не короткая и не длинная, у нее средняя. В 46 размере у меня. Это 65% хлопок здесь, 32% полиэстер и 3% эластан. Все названия и размеры я оставлю под видео. Вообще я ношу здесь 46, но изначально как бы 46 вот я беру, мне отлично подходит. И также, девочки, хочу очень заметить немаловажный факт. В течение дня, работая в этой блузке, да, находясь на работе в душном помещении, у меня тело не преет. Да, на самом деле оно дышит и очень комфортно, то есть не сковывает движение, опять же повторюсь. Дальше, для Артемки я заказала вот такую вот футболочку из новой коллекции. Очень понравилась она ему. Как раз он хотел с тиграми. И когда я увидела в каталоге, что новинка вышла именно с изображением тигра, я сразу ему заказала. Взяла на 104. Изначально мы 104-110 сейчас берем вещи. Ему 4 годика. Там 100% хлопок. Тоже советую обязательно заказывать, девочки. Вот именно детские вещи. Вещи качественные, не состирываются, не меняют цвет. 100 раз уже вам об этом говорила. И с удовольствием дети носят, ничего с ними не происходит. Для Артемки еще также заказала на лето вот такие брючки. Тоже хлопок состав, очень хорошенький, они тут с подворотами. Единственное, что он у меня худенький в талии, поэтому 104 я ему тоже этот размер взяла, и пришлось докупить такой ремень резинкой, чтобы они держались на талии, они ему немножко так спадают. На попе сзади вот такие вот два кармашка, они как бы скрытые, но в то же время туда можно что-то положить, да, то есть они не обманки. Вот тут небольшой такой логотип красный, так очень хорошо смотрятся по фигурке,
сидят, легкие. Вот мне кажется, летом вообще просто супер вот так вот, когда мрачная погода, дождик, надевать. Недавно в видео он тоже показывала футболку мужу, заказывала такую ярко-голубую, обычную 100% хлопок, вот такого же плана. И в этот раз взяла темно-синюю вот такую. Но она не темно-синяя, а просто вот такая насыщенный синий красивый оттенок. Но хотела он в другом цвете, к сожалению, по факту почти все разобрано, очень мало что есть в наличии, потому что на самом деле хорошая футболка за свою стоимость. Летом носить, такая простенькая, легкая, тело дышит. Такую же ту футболку я уже стирала не один раз, и я вам хочу сказать, что с ней ничего так же не произошло, как и вот с детскими футболочками. Все отлично, формы не поменяла, не растянулась, цвет не линяет, ничего. То есть вот просто супер. И, конечно, ни один мой заказ не обходится без вот таких влажных салфеток, потому что они всегда нужны. Вот, в упаковке 40 штук хватает мне сейчас, не так сказала, что надолго, очень быстро расходуется, потому что подоконники вытираю, стол компьютерный, стеллажи свои в комнате протираю, всякие миски там со своими средствами, вот такие, знаете, там где-то столешницы протираю, очень нравится, удаляет разные пятна, но можно 100 раз уже говорила использовать на любой поверхности, даже в машину иногда мужу заказываю тоже по 2 пачки, и для кожаных изделий тоже брала, но честно сказать, мне кажется, они ничем особо не отличаются, поэтому я, вот это более такие для меня универсальные и отлично они убирают все разводы и пятна. В этом заказе была у меня еще одна вещь, но, к сожалению, не могу вам ее показать, так как я ее вернула на возврат. При получении на пункте выдачи, к сожалению, увидела, там такой был брак под пленочкой, и хорошо, что я его сразу заметила. Видно, с производства так сразу, да, там какое-то такое странное пятнышко было. Поэтому сразу вернула, и на следующий день мне уже перечислили деньги. Девочки, я хочу вам предупредить о том, что раньше Faberlic было возврат денег где-то в течение 2 недель, и надо было все время как-то вспоминать об этом, контролировать. Но в этот раз вот как бы меня специалист на пункте выдачи предупредила, что в этот раз все делается быстро, только когда они подают заявку на возврат. Например, вещь вам там не подошла, либо еще как там что-то, да, вы имеете право вернуть, то деньги возвращаются уже на следующий день, и на самом деле у меня на счету они оказались сразу же через сутки. Поэтому это очень большой плюс. Спасибо огромное Faberlic, что вот усовершенствовали эту функцию. Обязательно внизу в комментариях, девочки, поделитесь, что бы вы посоветовали мне из Faberlic, что нового у них такого вышло интересного, что я еще не попробовала. И буду вам всем очень сильно благодарна. Спасибо за просмотр и пока-пока.